В городском округе провели ежегодную спартакиаду среди воспитанников Химкинского клуба «Благо». Среди участников уже есть опытные спортсмены. Александра Ладанюк – мастер спорта по гребле. У девушки большая сила воли, перенесла неудачную операцию в детстве, но это не помешало Александре стать спортсменкой. Рассказывает, здесь она нашла единомышленников и постоянно пробует себя в новых видах спорта. Я здесь уже очень давно. Чем я здесь только не занималась? И плаванием я занималась, и фехтованием я занималась. Сейчас гребля, еще и теннис. Я везде. У меня и легкая атлетика. Спартакиада для химчан с особенностями здоровья проходит уже больше 10 лет. На этот раз соревновались в метании колец, бросании мяча на дальность, прыжках в длину, дарте и баскетболе. Дисциплина у нас не как в здоровом виде спорта. У нас есть спорт лиц спода, спорт лиц слепых, спорт глухих, спорт лин, лица с нарушением интеллекта. И у них уже подразделение идет на остальные виды спорта, на дисциплины. Вот у нас было сейчас просто пятиборье. Для Анны Остапенко это вторая спартакиада. С каждым разом выступает лучше и лучше. Тренирует меткость. Что больше всего тебе нравится? Дартс. Потому что хочется попадать в точку, в центр. Сегодня в спартакиаде приняли участие больше полусотни спортсменов. Победителей отправят на областные соревнования представлять городской округ. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.